Моє вітання всім. На продовження інформаційного блоку «Актуальне інтерв'ю». У нас у гостях психологиня Катерина Шелест. І сьогодні ми говоримо про осінню депресію. Добрий вечір, пані Катерино. Що це таке взагалі осіння депресія? Чим вона відрізняється від звичайної там сезонної хандри або депресії? Сезонная депрессия так и называется, потому что она свойственна многим людям в период, когда солнце становится меньше, когда меняются погодные условия, когда сезон отпусков, к сожалению, заканчивается, и много ожиданий, связанных с делами и требований, которые человек сам себе предъявляет или предъявляют к ним другие. И вот совокупность этих факторов и вызывает определенный спад настроения, определенную подавленность. Холодные погодные условия вызывают такое, да, дискомфортное внутри ощущение, затяжные дожди или какие-то такие ветра, они способствуют тому, чтобы это состояние длилось, и обычными, привычными способами себя, ну, разрадить украинскую мову, ну, их становится меньше, или человек еще не перестроился к сезонным условиям, поэтому вот он подвержен влиянию таких погодных условий, просто потому что мы все, ну, существа природные в том числе, и мы связаны со всем большим таким миром, и он на нас как-то влияет. А это взагалі можно там считать, что это захворювання чи ні? Нет, об этом не говорят. У понятия депрессия есть разная градация, есть легкая степень. Это, скорее всего, вот относится к сезонным таким тоже обстоятельствам. Есть умеренная степень, есть тяжелая. И то, что считается захворюванием в таком психиатрическом смысле, это, конечно, больше относится к тяжелым проявлениям депрессии. И она, там, ее особенности, она не связана с сезонными явлениями, хотя внешние факторы тоже ее провоцируют, эпизоды. И это может быть таким триггерным фактором, который поспособствует проявлению. Загостренню, так? Загостренню, так. Ага. А ну, депресія – це більш таке, коли медикаментозний якийсь там, да? Да, в клиническом смысле депрессию употребляют, где много совокупных факторов, и она в такой тяжелой степени проявления. И она не зависит только от погодных условий, там много других еще факторов, но погодные условия могут просто это загострить. А то, что мы называем сезонной депрессией, это относится к легкой степени, когда мы просто подвержены длительному подавленному настроению, состоянию, и связано это в том числе с погодными условиями, с похолоданием, с снижением уровня солнца, которое мы, ну, вот, привыкли летом получать. И нам нужно перестроиться еще к ритму жизни и к физиологическим условиям. Поэтому это вот считается легкостью. Тоже я вважаю, розумію, що кожна людина може бути під впливом цих сезонних факторів, кожного. Так, ну, адекватнее сказать не депрессия, а просто сниженный фон настроения. Потому что депрессия, вот в нашем профессиональном сообществе принято называть именно вот те... Межклиничные такие. Да, тяжелые вот состояния, которые не зависят от погодных условий. Ага, а персонально это поки якісь там зміна емоційного фону, так? Так, так. Ага, розумію. А що треба робити, на що треба звернути увагу, щоб ці фактори на тебе менш впливали? Ну, во-первых, нужно придать значение тому, что это на меня влияет. Это первое. Признать, да, что вот я от этого завишу, мне это нужно. И научиться перестраиваться в этом сезоне, чтобы учитывать свои потребности и связанные с изменением, вот, ну, сейчас мы говорим о сезонных, да, условиях, вот, чтобы эти потребности могли быть удовлетворены в этих, в общем, в той жизни нашей привычной, осенью. Может быть, больше света, да, включать в себе свет, чтобы все-таки света и яркости в жизни было, ну, снаружи и внутри было больше. Заботиться об удобной одежде, комфортной, по сезону, чтобы в ней было комфортно, и не жарко, и не холодно, чтобы она была приятна к телу, удобна по фасону, чтобы человек физиологически чувствовал себя достаточно комфортно. Может быть, увеличить количество теплых напитков, это, да, тепло вовнутрь, ну, как говорят, чай душу согревает, вот, чтобы этого было больше. Может быть, какие-то цитрусовые
лимон, апельсин, чтобы вот, ну, они немножко радовали нас, да, и рецепторы наши тоже понимали, что все хорошо. Ну и позаботиться о том, чтобы отдыха было больше, потому что световой день уменьшается, темнеет раньше, и нужно время для того, чтобы, ну вот, после рабочего трудового дня человек мог получить порцию удовольствия, отдохнуть, перестроиться, дать место внутренним процессам, которые осенью актуализируются, и это нормально. Это такое философское время, многие поэты в это время были во вдохновении, их эта пора очень вдохновляла, просто потому что наталкивает на какие-то такие глубокие темы, ну, глобальные, важные для нас вопросы, которые, возможно, не у всех решены. И это вот сподвигает нас думать в эту сторону, переживать об этом, что-то чувствовать. И этому всему нужно время и место. Поэтому теплые вечера важно проводить вот еще и в настройке на себя. А если людина еще не дійшла до философского якось обґрунтування свого світу внутрішнього, то чи може йти мова про розваги якісь? Может быть, почему бы нет, да, повеселить себя тоже стоит, но важно понимать, что здесь есть разница между тем, как я себя веселю, и тем, не ухожу ли я, не увожу ли я себя бессознательно от чего-то вот этого глубокого. Ага. Мы можем внутренне опасаться этих тем и переживаний, связанных с этими темами, поэтому можем себя так уводить, да, немножко обманывать, как будто бы не пускать себя туда. Ну, в этом нужно, в это стоит идти, ну, потому что это предназначение. Дает смысл жизни, это как-то больше дает осознанности, придает нашу жизнь. Поэтому это важные вещи. Ну и если одному с этим сложно, то, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Есть профессии у нас и специалисты грамотные, которые могут вас сопроводить бережно в этот процесс глубокий и не чувствовать страха в погружении в себя. А психологично найкраще это, когда людина... Ну, більш свідомо відноситься до свого внутрішнього світу, так? Так, конечно. Это, собственно, цель вообще нашей психологической работы, чтобы человек больше понимал про себя, больше осознавал и мог это учитывать, когда он свою жизнь как-то строит, чтобы это все было учтено, важное для него. Вот для этого, собственно, и надо осознавать. Ага, розуміло. Але коли ми кажемо про осінню депресію, так, тут важливо розуміти, що це сезонний якийсь фактор, так? І, можливо, ну, від нього, мабуть, навіть отримати якусь радість, так, від нього, так? І користь. І користь, так, да, що, ну, я дякую, що у нас така, ви заспокоїли наших глядачів, що у нас це не захворювання, ще це лише осінній фактор, сезонний фактор. Я нагадаю, що в гостях у нас психологиня Катерина Шелест. Сьогодні ми обговорювали сезонну осінню депресію. Ми зрозуміли, що це не хвороба. На цьому я прощаюся з вами. На все добре, бережіть себе, своїх близьких і радійте осені.